Брат на брата. Житель Сергокалинского района подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщается в телеграм-канале МВД Республики, 52-летний мужчина в ходе скандала нанес своему брату проникающее ножевое ранение в область брюшной полости. 50-летний мужчина госпитализирован. Подозреваемый рассказал, что его брат пришел в гости в нетрезвом состоянии и стал оскорблять хозяина дома, выражаясь нецензурно. Со слов задержанного, пытаясь остановить буйного родственника, он схватил нож и нанес удар в область живота. Возбуждено уголовное дело.